Получение первого паспорта – это, несомненно, важное событие в жизни каждого молодого человека. А торжественное вручение стало для 6 школьников муниципалитета настоящим праздником, который запомнится надолго. Это день, в который на плечи ваши ребята ложится серьезная ответственность. Вы получаете права гражданина России, вы получаете возможность участвовать в ее великих делах, большого, мощного, сильного государства. Перед началом торжественной части 14-летние подростки, готовящиеся получить свой первый взрослый документ, испытывали понятное волнение. Многие ребята уже определились со своей будущей профессией. Ощущения такие непонятные. То ли радость, то ли честь. То, что так же стал. Техником каким-нибудь, за компьютером, информатиком, вот так, вот этим. Пробовал видео монтажировать, фото редактировать, вот это все. Мама и папа волновались не меньше детей, ведь это первый серьезный шаг во взрослую жизнь. Знаете, до этого я спрашивала у своей дочери Софьи, волнуется ли она. Она мне ответила нет. Но вы знаете, я так волнуюсь сама, как будто я впервые получаю паспорт. То есть это означает, что она уже становится у нас взрослее, самостоятельнее. Вот такое впечатление, новый этап жизни. Мы уже получали паспорт со старшим сыном, но это было, ну, так чисто как-то вот вам паспорт, вот всего доброго. А здесь, ну, такая возможность предоставлена торжественно, какой-то шаг в новую жизнь, может быть, по ощущениям даже у детей. Это, ну, наверное, мне кажется, даже, ну, так здорово. Дарья Васильева призналась в том, что получение паспорта для нее не пустая формальность. Это возможность покорять новые вершины. Во-первых, нужно обучаться, конечно же, получать высшее образование, попытаться, как сказать, построить, возможно, какую-то карьеру. Честно говоря, увлекаюсь IT, надеюсь в то направление пойти. Тем более сейчас это очень выгодно и поддерживает правительство, так что море возможностей. Поддержать Дашу пришли ее родители. Сергей и Елена Васильева рады, что дочка получает свой первый паспорт в праздничной обстановке. Ребенок стал взрослым, получил паспорт. Ну, как говорится, путевка в жизнь определенная, то есть ответственность. Это первый такой большой торжественный момент у ребенка. Это выход уже во взрослую жизнь. И, конечно, приятно, что есть такая возможность получить вот в администрации. Как и полагается на празднике, всем ребятам были вручены букеты цветов и подарки. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.